Химатака в сирийском Идлибе – это провокация. У России есть неопровержимые доказательства того, что нападение в Хан-Шейхуне было подстроено. Спецпосланник президента России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что это дело рук сил, которым не нужен мир на сирийской земле. Однако все разумные доводы Москвы натыкаются на непонимание со стороны Запада. Лаврентьев подчеркнул, что Дамаск не причастен к инциденту в Идлибе, и Россия продолжит отстаивать его невиновность. Напомню, 4 апреля СМИ сообщили о химатаке на мирных жителей. Якобы от рук сирийских властей погибли 80 человек. Никаких улик Запад в лице США и его союзников так и не предоставил.